Веселого Хэллоуина, дорогие фанаты и хейтеры! Сегодня вы увидите, как легко Железный Человек может перейти на темную сторону и превратиться в суперзлодея с плазменными хлыстами. So, what exactly is an arc reactor? Well, it was first introduced to the MCU in Iron Man. And just looking at it, it looks like it produces a continual arc of electricity in a loop. And somehow, that generates power. It's not actually producing enough power to do anything useful, but it certainly looks cool and sounds terrifying. We'll be using it for some future gags and upcoming videos where we use it to actually power our projects. We get tons of messages asking how we want to do this. Как устроена и как работает моя версия костюма? Все узлы питаются от энергоблока, в котором спрятана сборка литий-ионных аккумуляторов и компактная схема управления. 80% энергии уходит на электролитический реактор, который разлагает негорючую воду на очень даже горючий кислород и водород. Эти газы поступают в баки циркуляции, расположенные на спине, где осушаются и отделяются от пены и пара. Осушенные топливные газы с энергоплотностью чуть меньшей, чем у обогащенного урана, под давлением поступают в накопительные баки. С помощью электромагнитного клапана и газового редуктора можно направлять часть газов в искусственные пневматические мышцы, которые дают плюс 5 к силе каждого удара. Покидая мышцы, отработанные газы через огнепреградительный клапан и систему зажигания направляются к правому хлысту, где ионизируются электрическим высоковольтным разрядом и поджигаются. Детонация газа в хлысте происходит со сверхзвуковой скоростью, поэтому вспышку очень сложно поймать камерой, зато звук слышно в радиусе полукилометра. Если вы смотрели прошлые ролики, то помните, что обратный удар пламени – это то, что мешало в предыдущих устройствах. В этот раз я просто перестал бороться с обратным ударом и использовал его для дела. Кстати, пропановый огнепреградительный клапан быстро греется от залпов, поэтому я сделал для него жидкостную систему охлаждения со спиральным теплообменником, насосом от Жигулей и радиатором от микропроцессора. Та же система в прошлом видео успешно охлаждала водородные сопла. Видите, страшен не тот человек, который смотрит фильмы Marvel, а тот, который смотрит и записывает что-то в дневник. Левый хлыст устроен гораздо проще, и как раз по нему видно, что все это сделано в России. Энергоблок запитывает светодиодную ленту в ударопрочном тепломорозостойком кожухе, которому с помощью троса и кузовных шайб крепятся стальные трубки, нарастающие по весу ближе к концу хлыста. Так что принцип останавливающего действия у этого устройства описывается одним русским словом – кистень.
Напоминаю, что ролик имеет исключительно развлекательный характер и снят человеком, который почти всегда точно понимает, что он делает. Не повторяйте этого дома, в гараже или в школе. PDF-инструкции ко всем реакторам, репульсору и экзоскелету Железного Человека на русском языке доступны для спонсоров канала. Можете взять их за основу и сделать на их базе собственные гаджеты, как делают уже десятки инженеров AlexLab по всему миру. Ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях. Спасибо спонсорам канала за поддержку и за возможность сделать то, что я делаю. Веселого Хэллоуина!